Добрый день. 1023 сборка. На базе процессора Intel Core i5-2400. Четырехъядерный процессор с частотой от 3 до 3 и 4 ГГц. Материнская плата на B75 чипсете. Плата имеет разъем USB 3.0, SATA 3, CXPress версии 3.0. Стоит планка памяти на 8 гигабайт DDR3, Crashel Ballistic с частотой 1600 МГц. SSD накопитель на 240 гигабайт Silicon Power, S55, интерфейс SATA, блок питания на 500 Вт Accord. Есть вентилятор на выдув, корпус у нас формула 3301. Black подсвечивается надпись формула, и сбоку будет закаленное стекло. Сверху можно поставить два вентилятора 120 мм. Есть два разъема USB 2.0, разъем USB 3.0. Для офисных задач он идеален. Но если надо поиграть, можно воткнуть видеокарту. Но корпус и блок питания особых ограничений. Такая вот неплохая машинка в симпатичном черном корпусе с закаленным стеклом.